Чтобы поздравление женщин-автолюбителей в преддверии праздника получилось незабываемым и ярким, инспекторы ДПС города Анапа подключили учеников 4 класса школы номер 23. На вопрос женщин «А что же мы нарушили?» полицейские, приветливо улыбаясь, поздравляли дам с Международным днем матери и вручали цветы, желали здоровья и счастливого пути. А школьники рассказывали стихи о мамах и дарили собственноручно нарисованные поздравительные открытки. Спросим себя, ну а где их начало? Вот и ответ наш правильный самый. Все, чем живем, начинается с мамы. Пусть всегда маме день не кончается, пусть дают, пусть чистый лавина, пусть солнце вам улыбается, а мужчины вам дарятся, пусть вас поздравляются, отлично желаем. Радость, здоровья, счастья, здоровья. Спасибо тебе большое. Растроганные такими поздравлениями мамы благодарили детей за стихи, инспекторов за цветы и фотографировались на память. Когда еще остановка на посту полиции принесет столько положительных эмоций? В ответ автоледи обещали всегда соблюдать правила дорожного движения и научить их соблюдать своих детей. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа регион.